Ну, кто красивее меня? Конечно же, никто. Я же знаю, что ты самая красивая в классе. А мне кажется, что Джем самая красивая в классе. Да, ты самая красивая в классе. Так кто лучше? Ведь все знают, что я самая красивая в классе. Если меня не найдешь. Люди, это задание-то конечно, о чем сейчас речь. Речь идет о моей непревзойденной красоте. Без слов. Что значит без слов? Просто без слов и все. Ну-ка повтори, что сейчас сказала. Без слов. Тебе понятно? Да как ты смеешь так со мной обращаться? Они хорошо ладят. Правильно говорит, хорошо ладят. А я что, неправильно сказала? Ты запнулась. Прости. Да ладно, со всеми бывает. Ты такой добрый, и ты тоже. Я что, все очень боялась, что я сказала без слов. Ты не идеален. Никто не идеален. Ах, никто не идеален. Вот никто не идеален, но я всегда буду всех идеален. Я всегда буду самой красивой. Даже если придется на пластическую операцию, я все равно буду красивее всех. Да мне как-то пофигу. Самая красивая для меня — это моя мама. Я все равно всех красивее. Они там все еще спорят. Ага. Беслав! Твою мать, Хера, блин. Чего? А? Бу. Может, сходим в кафе? Пошли. На этом мой мини-сериал подходит к концу. Ибо я ленивая жопа. Гриф. Ну, собственно, что касается прошлого видео про отряд психов. Здесь хоть кто-то будет участвовать. А то мне вчера исполнилось 13 лет. Кто-то, собственно, и не поздравил. И Лерусик тоже не поздравила. А я так ждала. И сегодня мы только праздновали день рождения. И знаете, что я сказала Юльку? Я, Юлик, родись-то мне! Его выражение лица меня просто-напросто убило. Кек. Ну ладно, надеюсь, вы хотя бы будете участвовать. Хотя бы подарок на мое прошедшее день рождения. Я буду очень рада, если вы будете участвовать в сериале «Отряд психов». Просто занимайте 5 свободных мест и парочку второстепенных, чтобы веселее было. Всем до скорого, с вами я была Виктория Дагенхарт. СТП. Короче, канал Дахни Фанкейк, короче, был. Без короче нельзя. Сайонара. Я в декрет. Я полетел.